Приветствую на YablikTube. Сегодня я расскажу вам о Jailbreak Tweak под названием Calendar X. Это расширение добавляет виджет календаря в центр уведомлений. Как видите, виджет довольно информативный, но, к сожалению, не интерактивный. Слева есть большие аналоговые часы, нажатие на которые ни к чему не приводит, и большой календарь. Специальными кнопками можно перемещаться по месяцам вперед-назад. Есть кнопка года, при нажатии на которую можно выбрать необходимый год и соответствующий месяц. И есть кнопка домой, вернуться к текущему месяцу с текущей датой. В левом верхнем углу есть кнопка плюс, которая позволяет добавить новое событие в календарь. Далее следует выбрать иконку уведомления, дату, текст, сигнал и так далее. Все события за текущий месяц в календаре отображаются при нажатии на соответствующую кнопку. Как вы поняли, Tweak имеет собственный календарь с событиями и датами и не синхронизируется с другими календарями и приложениями. При нажатии на кнопку в правом верхнем углу мы можем перейти к настройкам Tweak. Здесь можно выбрать тип календаря, язык, шрифт и большинство других параметров. Авторы Tweak решили не добавлять специальное меню с опциями в настройки iOS, поэтому все параметры Calendar X настраиваются здесь. Русского языка в Tweak, к сожалению, не предусмотрено. После небольших манипуляций с опциями виджет может выглядеть примерно вот так. В меню перехода к настройкам есть специальная кнопка с пальмой. Она позволяет загрузить праздники для любого региона. Русского здесь, к сожалению, опять же нет. После этого в календаре будут отображаться все национальные праздники для выбранной страны. Напомню, что после установки для того, чтобы виджет отображался в центре уведомлений, его необходимо перетащить в соответствующем пункте настроек. Изначально он попадет в группу «Не в центре уведомлений», вам нужно будет нажать на кнопку «Изменить» и перетащить его вверх. После этого виджет будет отображаться в центре. Скачать Jailbreak Tweak Calendar X для центра уведомлений можно бесплатно в репозитории BitYourApple. Подписывайтесь на наш канал, а также не забывайте оставлять ваши комментарии и лайки под видео. С вами был Артем, специально для YablikTube. Пока!